необычное сочетание сладких груш с острым солоноватым вкусом благородного сыра Дорблю – лакомство для истинных гурманов. Как приготовить грушу с сыром Дорблю? Проще простого. Пикантный вкус и красивый внешний вид этого блюда обязательно вам понравится. К тому же, Дорблю, как известно, очень полезен, ведь помимо различных минералов, витаминов и аминокислот он содержит природный антибиотик пенициллин, так что смело добавляйте этот сыр в груши, получится не только вкусно и красиво, но и весьма пользительно для здоровья. Итак, рецепт приготовления груши с сыром Дорблю, для любителей кулинарных экспериментов. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Сыр Дорблю, 100 грамм. Груши, 2 штуки. Грецкие орехи, 0,5 стакана. Лимонный сок, 1 чайная ложка. Оливковое масло, 1 столовая ложка. Количество порций, 3-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачного дня!